Всем привет! Сейчас я вам покажу и расскажу, как дать рекламу проекта «Апельсин» в других площадках. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Нажимаем графу «Баннеры», заходим, конечно же, в свой кабинет «Апельсин», авторизуемся. Вот смотрите, вот такой баннер есть. Здесь есть HTML-код для вставки и ссылка на баннер. Вот такой вот есть. Вот такой вот. Сейчас я буду ставить рекламу в Surferner. Копируем, вот нажимаем кнопочку «Копировать». Авторизуемся в рекламной площадке Surferner. И добавить рекламу. Баннерная реклама у нас. Добавить баннерную рекламу. Здесь нажимаем «Вставить код баннера». Мы его уже скопировали. Нажимаем «Вставить». Выбирайте 15 секунд, 30 или 60. Здесь можете настроить стратегию показов. Это сами все почитаете. 50 рублей стоит. Сохранить баннер и продолжить. Вот такой у нас баннер. Ведет ссылочка на меня. Проверяйте всегда обязательно. Вот, ведет она на «Апельсин». Дальше бюджет здесь нажимаем на 50 рублей, 1000 показов. Пополнить бюджет нажимаем. Ждем, когда здесь у нас будет синим цветом гореть. И нажимаем «Включить показы». 1000 человек посмотрит нашу рекламу, и кто-нибудь обязательно присоединится. Вот здесь вот вы можете видеть свой CTR. Ну, чем он больше, тем лучше. Больше 4,5-5 это будет очень круто. И вот здесь вы через какое-то время увидите, сколько человек перешли, вот здесь сколько показано и сколько переходов будет. Всем удачи!